Ну что, давайте посмотрим дружно, как прекрасно работает вот эта игра. Посмотрите, как она просто прекрасно зависает. Давайте мы еще раз зайдем. Что нам приходится испытывать? Посмотрите, когда я захожу в игру. Долгое ожидание. И причем у меня телефон-то не самый простой, который должен тупить. О, со второго раза у нас игра запустилась. Ну что ж, давайте посмотрим, как она запускается. Сейчас я вам покажу. Посмотрите, можно определить по чату, как он прекрасно запускается. Мировой чат. Так, ладно, мы смогли всем победить. Ну что, ждем, когда что-нибудь прогрузится. Можем тут пока походить по городам. Но мы чат будем ждать. То есть мы вроде бы как бы везде можем зайти, но, опять же, мы можем зайти, но чат мы почитать, соответственно, не можем. Что будет, если мы нажмем на чат? Мы просто получим зависание игры. Прекрасно. Вот как это можно назвать? Ну, давайте еще раз попробуем зайти в игру. С какого раза мы сможем нормально начать игру? Обычно со второго, с третьего у меня получается. Вот это я уже запускал третий раз. Это уже четвертый пошел. Я так долго еще ни разу не запускал заново. Давайте будем ждать, когда загрузится чат. О! Видали? С четвертого раза у нас загрузилась игра. Жесть, с четвертого. Два из них я вам показал. Один не показал. Жесть. А, она еще зависла, так это получается до с пятого. В общем, так вот весело у нас запускается игра. И так каждый раз, заметьте, каждый раз.